Всем времени суток! Приветствую всех на своем канале. Кто меня впервые, меня зовут Тиффани. Заходите ко мне почаще. Я думаю, что у меня будет много интересных видео. Но сегодняшний видеообзор – это смартфон Meizu. Сейчас я вам все покажу. Это моего ребенка. Святой Николай нам на днях сделал вот такой вот подарок чудесный. Какой чудесный святой Николай. И я вам расскажу, в общем, его какие-то характеристики, что мне понравилось, что мне не понравилось. И кому интересно, оставайтесь со мной. Смартфон Meizu бюджетного класса, созданный на сочетание невысокой цены с вполне приличными характеристиками. Это телефончик моего сына. Он идет разных цветов. У меня, конечно же, как вы думаете, конечно же, белый. Он идет белый, розовый, голубой и вот такой вот стальной. Если кто-то надумает, вот такой вот в чудесном оформлении, вот такой вот прекрасный подарок вы можете сделать своим родным, близким. Сейчас будем открывать эту чудесную коробочку, смотреть все. Обзор Meizu M2. Удобный смартфон, хорошей скоростью и батареей. Под коробочках. Дизайн замечательный. В коробочке идет несколько цветов. Белые, черные, голубой и розовый. Скрепочка для изъятия лотка. Здесь у нас сетевой адаптер, кабель. Должны быть наушнички, но, к сожалению, их нету. Под телефоном у нас идут брошюрки и гарантийный талон. Аппарат Meizu M2 весом 131 грамм. Ширина 8,7. Благодаря двухслотовому лотку и монолитному дизайну удобно лежит в руке. Удивительно приятный на ощупь. Крышки бывают глянцевые, бывают матовые. То есть разницу вы видите. И матовые. На правом торце боковые кнопки. Удобно для правшей. Очень удобно. Один динамик. Универсальный лоток с поддержкой 4G на две сим-карты. Камера работает быстро. Экран HD в качестве. Диагональ 5 дюймов. Двухдиапазоны Wi-Fi, Bluetooth. Высочайшая четкость отображения на дисплее информации. Вспышка. Вспышки, два освещения, теплое и холодное. Высокая яркость, контрастность, экран искажений не имеет. Как сами видите, качество замечательное. Сзади камера утоплена в корпус, фронтальная камера, механическая кнопка. Палец скользит идеально. Благодаря оптимизированной операционной системе смартфон предлагает до 23 часов в работе в режиме телефонных разговоров. А с подключенным к сети Wi-Fi и активном экране вы можете пользоваться интернетом в течение 12 часов. Вот так вот замечательно держит батарея. Телефон замечательный. Я очень довольна. Идеальная комбинация 2 гигабайта оперативной памяти, 16 гигабайтов встроенный флеш памяти. Телефоны, конечно, замечательные. У меня даже нету слов. У меня было очень много телефонов. У меня был смартфон. Но это, конечно, стоит оно. По такой цене и с такими характеристиками. Очень-очень здоровский. Так что очень рекомендую.
присмотритесь, а может кто-то захочет подарочек или самому себе сделать любимому такой презент. Я думаю, вы не будете разочарованы. Кому мое видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До свидания, мои родные!